Сань, они ты чего улыбаются? Объясни мне. Согласен. Бара, барочка, доброе утро. Бутишки как любишь? Бутишки как нравится? Вот первый раз одеваю. А, да? Он по сути... Ты чё, у меня ноги сразу. По сути материал тот же самый. А, не. Ооо, манигас! Как вас? Да, 0-0 отлили. Додики! Ну, Лиль чемпион, согласен? Да. Сегодня, если МЮ выиграет, мы прямо понял, проходим атак стыки. А, если МЮ выиграет сегодня. Ну, должен быть. Так, голова, начинаешь с нами, работаешь, вот в тактике тоже участвуешь. А, вот эти игры... Подсесть, Саш, да. Другую бар. Другую сторону. Право. Касаться. Рома, не выкладываешься. Да. Чуть-чуть еще. Вот здесь прям. Фиксируй. Вот так. Все. Угу. Спасибо. Желтый! Хороший нагрой! Хороший! Передачу отдавал. Желтый! Желтый! Хорошо! Желтый! Красный! Отсюда и линейный в такой ситуации уже чуть-чуть слав и выше вертикально. Все, отсюда вы уже смотрите. Что вам? Есть. Мама, мы моделируем. Федя! Удар, Артем! Хорошо, подброс, быстро, Дюба, быстро! Выжимай, ближе, ребят! Иди в него, иди! Сужай, Олег, сужай, да. Вперед, Сэм. Достань, под удар. Лицом. 10, 9, 5, 3, 2. Здорово. Да, голова. Быстрее, пока их меньше. Артем, да, уже, Артем, не дай. Набегай под каблук, Сэм! Лох! Припад, ребят, держите! Нет! Я знаю, что тяжко, блин, знаю! Ближе! До конца, Артём, до конца! Люба! Ребят, ты не мог завтра вечером! Вечером завтра, сутки больше на восстановление! В него! И удар! Удар! Лох!
Федя, легко очень! Ноги правильные! Есть! Синие! Да, Сэм, центр! Ты же как-то! Двигайся! Хорош, молодцы! Два плюс, здорово, Рифат! Ближе, ближе, Джека, ближе, ближе! Федя, ты, Федя, ты! Один, один! Раз, два! Стучи здесь! Два мяча плюс, два! Защитники должны выиграть эту игру! Всю жизнь была игра защитников! Ближе, ближе! Четыре! Лицом, лицом! Не теряем! Давай, 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 Жора, Жора, отдыхайся! Не надо паузу! Расставься! Молодцы, молодцы! 30 секунд! Саня, терпеть, Рифат, 30 секунд! Не дай! Без фола, далее, без фола! Да! Здорово, Джека! 20 секунд! Давай, 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 Сэм, немножко! Оранжевые! Меня игра, меня игра! Тех, тех, тех! Страх! Быстрее, быстрее, Жора, вставай, встаем, встаем, встаем! 5 секунд, сохрани под удар! Найдите удар! 3, 2, 1! Слушай! Сэм, Герк, там пауза у вас! Иди по горшине, не дай, не дай, Жора, не дай! Есть. Ребята, да. Ближе! Сжаем сразу! Надо на фланге стоять! Там. Сужаем, сужаем, Артем, сужаем! Хорошо, да, давай! Выше, ай, ай, ай! Ребят, поставили! Берёте! Бери! Давай, Феня! Давай, ближе! Ближе! Хорош, Вика! Хорош, Дюпа! С оранжевыми должен был меняться? Да я совсем менялся. Ой-ой-ой. Артём, браво. Победа. 4 плюс 5. 2. Хорош дышать. Ненормально. Не дай, Данил, не дай! Здорово! Здорово, Зоба! Играй чисто! Дюба! Дюба! Втыкайся, втыкайся, Рома! Найдите под удар, найдите! Браво, Муха! Стоп, стоп! Хорош, Мага! Браво, Гвара, да! Бегай, 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 то, что сейчас сделали! Не дай, Дима! Есть! Плюс два, плюс два, плюс два! Плюс два! Муха, муха, муха! Хорош, хорошо, Матвей! Лучше, Муха! Хорош, Бара, умница! Двигайся, двигайся, легко! Легко! Бара, здорово! Да, Дима, быстрее! Берем мост! Иди, обыгрывай, иди! Дима, не вадим! О! Закрывай, я ближе, закрывай! Я закидываю. Терпеть, Андрюха, терпеть! Слушай, 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 ближе! Вот и всё! Зачем подымаешь?
молодцы в конце, здорово. Эй! Макар, иди к нему, иди к нему, иди к нему! Рома, в него! Эй, Муха, левый! Ты, Макар, ну, молодцы, пара! Не дай, пара! Сейчас! Потерпеть! Хорошо! Хорошо, Муха! Бара! Один мяч, оранжевый! Оружь, Бара! Давай! Рома правее, Макар левее, да ты, Макар! Один пенальти, да. Один закончили, один пенальти. Один мяч. Давай, Мой. Готовы? Пошли, хорош. Не, не ваша ошибка, это они их там кричали, орали. Вроде Соболева не было на тренировке. Не просил пенальти. Фома, говорит, частичный пенальти, говорит, толкнул. Кто? Фому толкнул. Ну, Фома, у Фомы спроси, это просил, будет, конечно. Просил, упал. Какой ты мимо ворот пробил, упал, крикнул. Планируется. Ух ты, ё! Кстати, не... Эдик, не сильно холодно. Добавим больше, но в отеле тоже две бочки со льдом стоят.